Привет, зритель! Это замечательная посылочка от подписчицы Лёлечки. И сейчас мы с тобой ее посмотрим. Продолжаю ролик. Мы с тобой, зритель, будем первооткрывателями. Я, конечно, вскрыла без тебя, но доставать-то я буду при тебе. Вообще, это очень классная посылочка. И она пришла сегодня. Буквально я ее успела забрать. Вот вечером я еду, ну, можно сказать, днем в деревню. Но я таки успела ее забрать. Она сегодня утром пришла на мое отделение. В общем, смотрите, такой классный пакетик. Я, кстати, очень люблю такие пакетики. У меня раньше их много было, пока я и фрешей занималась. Пакетик из органзы. Можно что-нибудь в него положить. Вот подарок. А можно просто что-нибудь положить, и будет красиво. Так, я как бы примерно представляла, что мне Лёлечка положила в посылочку, но... Не совсем. Вот сейчас увижу основательно. Эйвен Месмерайз Мистик Амбре. Вау. Я помню, что у меня есть этот... Ну, в смысле, я знаю, что там двое духов должно быть. Вот первое. Помню, что у меня этот Месмерайз Блэк есть. Был. Я покупала. Потом мне одна девочка отдавала, потому что ей как бы не понравился. Но она знала, что нравится мне этот аромат. И флакончик. Слушайте, такой же флакончик Месмерайз. Я просто давно уже его не смотрела, не знаю, что у них там сейчас есть. Приятный аромат вот прямо из флакончика чувствуется. Кстати, Лёлечка, спасибо большое. И флакончик тот черный был, этот, ну потому что блэк, этот прозрачный. В этом лучше видно, что там еще есть и что еще нет. Ну, в смысле, если он, когда он будет заканчиваться, будет понятно, что он заканчивается. Тоже удобно держать в руке, очень классный дизайн, классный аромат, похож на Месмерайз Блэк. Вообще он мне напоминает какой-то, ну, чай такой. Вот бывает такой чай как бы крепкий, а бывает, ну, не такой крепкий. Вот похож на такой чай. Или на какой-нибудь типа белый чай, желтый чай. Так, тут не видно, наверное, вот, ну, я потом уже просто приближу эту баррикаду. Он будет пока без коробочки. У меня рука потянулась к другому аромату. Это моя любимая серия Imari. Я так понимаю уже по себе, что мне нравится в Avon этот Summer White. А еще Imari. Imari Corset. Avon. Вот. Такая вот коробочка. На мою жизнь, по-моему, это уже четвертый Imari. Не, вообще-то пятый Imari. Четвертый от Лёлечки. У меня, по-моему, там три Imari есть. И один такой, который я как-то... В поменяшке у меня был такой от Алены О. А потом, может, я покупала, не помню. Ну, короче, Imari, который мне нравился. Тут мне что-то телефон зажужжал. Так, вот. Флакончики тоже такой же. А, видимо, мне еще будет нравиться теперь. Так как у меня второй Месмерайз, то... Ну, я не знаю, сколько у Месмерайза... этих духов в линейке, но второй Месмерайз, причем в коллекцию уже второй. Потом после деревни сделаю обзор парфюмерии обновленной, вот, Imari. Немножко нотка чего-то знакомого. Слушайте, такой классный аромат. Спасибо, Люля. Чуть-чуть сладости какой-то. На сегодня немножко такой небольшой дождик, ну не то чтобы там сильный, ну мелкий такой. Я в сад ездила перед этим под, в общем, под дождем в дождевике, а обратно уже так. Но вот на такую слегка прохладную погоду не сказать, что холодно, градусов 20, наверное. Ну хорошо такой пойдет. Вот. Спасибо, Лёлечка. Вторые духи, коробочка тут пока. Как-нибудь стой, не падай. Так, у меня тут пакетик. А в пакетике много всего интересного. Так. Пакетик такой, моего любимого цвета. Сиренево-фиолетовый. Ух ты. Фаберлик. Витамания. Земляничка и это как ее там, клюковка. Витамины А, Е, ПП. Вообще не видела такие вот флакончики. Ну, может, где-то в обзорах случайно встречала на ютубе, но в руке держу первый раз. Вообще первый раз вижу. Витаминный гель для душа, клюква и земляника. Утоли жажду витаминов, получив мощный заряд энергии спелой земляники и бодрящей клюквы. Мягкая формула геля бережно очищает кожу
специальный комплекс витаминов увлажняет и питает каждую ее клеточку. Приятный аромат погружает в атмосферу лета и наполняет теплом и счастьем. 200 мл. Круто. Спасибо, Люречка. Ой, я его хотела открутить, а он, оказывается, вот так открывается. Очень вкусно пахнет клюквенным морсом. Вот. В руке держать удобно. Жалко, что я его теперь запользую, только когда приеду из деревни. Ну, у меня там есть гель. О, фиолетовая. Она мне сейчас напомнила, ежевику была в Фреше, это давно, в линейке этот, Плезирный Тур. Тут Фаберлик, Витамания. Гель для душа витаминный, смородина и ежевика. Круто. Вот мне его прямо-то съесть захотелось. Ну, у нас в саду есть ежевика, но, по-моему, она еще не созрела. Чувствую смородину. Черную причем. Ну, как бы она там и есть черная. Вот не листики, именно сами как ягодки пахнут. Очень круто. Что это такое? Шампунь для всех типов волос, драгоценные масла. Круто. У меня был бальзам для волос Эдван Техник. Мне подружка как-то дарила. Еще у меня эта фигня, которую можно делать, видимо, укладки. Тоже Эдван Техник. А шампунь я ни разу не пробовала. Шампунь для всех типов волос. Превосходное питание. Драгоценное масло 250 мл. С удовольствием буду пользоваться. Большое спасибо, Лёля. Я чую аромат, но не знаю, как передать. Я чую, сейчас тут все буду пронюхивать. У меня оно сейчас слева по борту стоит. Ой, жидкое мыло. Мятный шоколад. Да, бьюти-кафе. Фаберлик, мятный шоколад. Лакомство для тела, 0 калорий. Жидкое мыло для рук. Очень круто. Кстати, вот такие вот шоколадки, что тут нарисовано, это, ну, несколько фирм выпускают. Nestlé, еще одна какая-то финская или типа того фирма. Я, мне раньше такие дарил подруга одна, а потом я покупала уже, когда в Финляндии была, один-единственный раз в Хельсинки, вот такой шоколад. Он, кстати, вкусный. Иногда в России, ну, в смысле, продается в России, иногда в Ашане бывает, в Пятерке иногда вижу. Ну, что-то я давно его сама не покупала, но вот у меня вот ассоциация, и тут картинка такая, именно такие плиточки, как таблеточки такие плоские. Очень классно, спасибо большое, буду с удовольствием пользоваться этим мыльцем. Так, фиолетовый пакетик. О, мыло. Мыло банное, туалетное мыло 160 лет качества. Натуральное мыло изготовлено в лучших традициях для вас и вашей семьи. Большой кусочек. Кусочек 180 грамм, слушайте. При желании этого мыла должно вообще на 3 месяца хватить. Круто, спасибо большое, с удовольствием буду им пользоваться. У меня рука потянулась, а что это такое? Ух ты. Я сначала думаю, блин, что-то непонятное, а тут вау. Смотрите, натуральный кофе. Так, мыло с кофе и выглядит как кофе. Номинальная масса 120 грамм. Тоже приличный кусочек такой. Может, при желании можно на 2 месяца уделать. Мыло туалетное твердое серии сок кофе. Американо. То хоть такой, а, фига себе, это в России делается. Это, по-моему, Татарстан, этот Нефис Косметик. Прикольно. Я не знала, что в России такое может делаться. Суперская. С удовольствием им буду пользоваться. Даже сейчас подумала, что им можно пользоваться, допустим, по утрам. С утренним душиком. Чтоб так уже конкретно взбодриться. Вот, да. Спасибо, Лёлечка, большое. Так, куда мне тебя поставить-то? О, рука потянулась еще к кусочку. Крем, мыло, миндаль. О, у меня этой фирмы тоже от Лёли есть детские мыла. И у меня там еще вот осталось в наборе пара штук. Одно у меня, оно сначала в ванной лежало, потом на кухне. Слушайте, такое шикарное мыло от этой вот этой фирмы. Завод братьев Крестовниковых. 1855 года основан. Оно мягкое, кремовое, не размокает, ничего с ним, короче, не бывает. Такого, не того, что не надо. Хотя у меня ванна такая специфическая, что там иногда даже размокает то, что не должно размокнуть. Крем-мыло туалетное твердое. Завод братьев Крестовниковых. Миндаль. Большущий кусище, 190 грамм. Да, вот у меня те, по-моему, тоже по 190 грамм, эти детские мыла. Очень классно, спасибо.
Мыло всегда кстати. О, свечечки. Свечи чайные ароматизированные, 12 штук. Цветочный микс. Моего любимого цвета. Ну, как бы у меня много любимых цветов, но вот они с пакетиком одинакового цвета практически. Круто. Буду с удовольствием ими пользоваться. У меня прошлые свечечки от Лёли были с кофе, тоже очень классные. Так, рука тянется. Еще мыло. Вау. Детское мыло с экстрактом череды на основе натуральных масел. Экстракт череды – это вообще супер, потому что у меня периодически что-нибудь такое бывает, что надо или череду заварить и приложить, или что-то такое. Клево. Тут дитё еще такое нарисовала. Супер такое. Большой кусок такой. Одобрено дерматологами. Сколько грамм, не знаю, не могу найти, но оно большое. Но, по-моему, может даже больше, чем вот это. Ну, наверное, тут 200 грамм. Круто, спасибо, Лёля. Так. Ой. Моя лапа потянулась, моя книга. Да, мне говорили, что тут будет пена для ванн. Вау, я такой не пробовала. Я вообще как бы, ну, я, наверное, видела, что у них такое что-то есть, потому что видела в этой серии Avon Care какие-то там люди и шампуни, еще что-то. Ну, помимо этих обычного крема для рук, для ног, лосьона для тела, бальзама для губ. По-моему, у меня такого еще не было. Avon Care. Ну, не именно вот такого-то точно не было, а вот, ну, это гель для душа из серии Avon Care. Увлажняющий с маслом авокадо. 400 мл. Супер. Я еще и авокадо люблю. Во. Он даже у меня в камеру не лезет. Вот так он должен. Я, правда, отсюда не очень хорошо вижу, как он выглядит. Но я думаю, что должно быть видно. Спасибо большое. Супер вообще. Так. Мылы. Стойте. Мы из вас потом красивую баррикаду сделаем. Пена для ванн. Вау, роскошные цветы для ванн. Пена для ванн. По-моему, тут и пионы, и еще кто-то. Жалко, она зафольгированная. Ой, она не зафольгирована, оказывается. Я привыкла, что они зафольгированы. Круто, что она не зафольгирована. Я ее хоть понюхать смогу. А то эту штуку всегда приходилось ножиком протыкать. У меня что-то не получалось пальцем никогда. Не ешь это, Лёля. Это несъедобное. Это для ванны. Но это клёвое. Мне вообще очень нравятся пены для ванн Avon. Вот такие вот, в таких вот бутылочках. Они очень хорошую пену дают. Большое сейчас спасибо, Лёлечка. Так, главное, чтобы вы меня не загородили. О, еще такой же пакетик. У меня нет таких цветных пакетиков. Я такие нигде не видела. Теперь у меня будут цветные пакетики. Мне они почему-то нравятся такие вот. Другого цвета, ну не того цвета, который просто белый цвет. Да, я тут пакет достала, я даже вам не показала сразу так это его распаковывать. Что такое? Что такое красивое? У меня, по-моему, голубой был, да? Голубой я тогда в Avon заказывала, когда еще была. Еще успела побыть представителем, кажется. Avon Encanto. А может быть, заказывала уже у подружки своей, когда она еще немного была представителем. Розовый букет и кашемир. Гель для душа с нотами янтаря, увлажняющий. Я помню, мне голубой очень понравился. Вот, ну, сам по себе, по консистенции, по аромату. Круто! Вообще гели теперь до конца года хватит. Так, а тут что у нас? Вау, я такой не видела. Драгоценные масла алоэ роза и пачули. Крем-гель для душа с органовым маслом. Avon Senses. Ух ты. Чем-то таким нежненьким, вкусненьким пахнет. А теперь их будет видно немного. Ну, там где-то поменьше были. Круто вообще. Я сначала подумала, потом не поверила, потом прочитала и увидела. Лёля, ты вообще офигенная. Супер, спасибо большое. Мой любимый гель от Avon, это Avon Senses, парфюмерная
коллекция «Нежная любовь к Парижу» с ароматом розы, ириса и нотами янтаря, вдохновленная парфюмерией, крем-гель для душа. Мой любимый вот этот аромат, который, он напоминает рис нуар, немножко есть отголоски вот этого эликсир Буа Сенсуэль, тоже пифраше, ну, один снятый, другой не снятый, надеюсь, еще. Так, пакетики лежите тут. Вообще суперский, он мне очень нравится. Лёля мне его уже не первый раз дарит. И большущий такой дарила, ну, который в два раза больше. И такой, и еще раз такой, вау, и Мари. И Мари Корсет. Это что у нас такое? Так, парфюмерный лосьон для тела. У меня вроде есть еще какой-то лосьон для тела, и может быть тоже и Мари, тоже от Лёлечки, с предыдущей ее посылки. Обязательно буду использовать с радостью и с удовольствием. Так, куда тебя поставить-то? Стой и не падай. Спасибо большое. Так, пакетик лежи. О, еще мыло, кажется. Вау. Чистые традиции. Кофейное туалетное мыло. Круто. Я таких тоже не видела. Ну, я, в принципе, благодаря Лёре и не покупаю мыло. Даже сама практически не делаю. У меня крайне редко торкает что-то сделать такое. Чисто так, эксперименты разве для себя. И в магазине-то я как-то на мыло не смотрю, потому что у меня мыло есть благодаря Лёре. Я вообще некоторые продукты, вот такие по уходу, перестала покупать благодаря вот подаркам подписчицам, подписчиков. Благодаря вашим подаркам подписчики, спасибо. И в особенности благодаря Лёлечке, вообще вот круто. Ну как бы что-то закончилось, достаешь из запасов, а там есть. Спасибо, Лёля. Мыло туалетное, твердое, чистые традиции, кофейное, 160 грамм. По-моему, это тоже на физкосметике, чувствую по этому выгравированному на мыле значочку. Мне нравится их мыло. Точно на физкосметике, я еще уточнила, думаю, мало ли. Во, суперское мыло. Так, стоять не падать. И тут есть кое-что для кухни. Что мне похожее в прошлый раз понравилось. И Лёлечка мне это снова подарила. За что я очень тебе благодарна. Про эту штуку она мне писала, по-моему, даже фоткала. Это у нас Дом Фаберлик, косметика для уюта дома, концентрированное средство для мытья посуды. С древесным углем устраняет неприятные запахи. Экстра моющая формула с природным абсорбентом подходит для мытья детской посуды от 0 лет. Круто. А вот такой штуковины очень надолго хватает. Я ее сначала первый раз, когда у меня была другая, тоже от Лёли, тоже Фаберлик, соответственно. Я ее немножко разбавляла, а потом забила и уже просто капельку на губочку, и очень надолго хватает. Очень классная штука. Ух ты. Я сначала подумала, что черный флакончик, но потом увидела, что не везде это черный цвет, прозрачный флакончик, и вот черная такая жидкость. Прикольно. И мыло для кухни тоже очень замечательная вещь. Но вообще про мыло для кухни я узнала благодаря Лёле и, соответственно, Фаберлик. Я вообще знать не знала, что бывает мыло для кухни. Потом уже как-то в магазине специально посмотрела в одном. Ну, мне интересно было, бывает вообще это мыло, помимо Фаберлик, бывает, оказывается, мыло для кухни? Это я такой танкист. Мыло для кухни, устраняющее запахи. Дом Фаберлик. Косметика для уютного дома. Ароматом экзотических фруктов. Мягко и эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук. Очень экономичная, очень классная. У меня вот на кухне стоит, я не знаю, как вы, мне обычно часто так бывает, что я посуду помыла, мне потом надо руки помыть. Даже если они чистые, мне все равно какой-то этот, руки надо помыть. Тут 300 мл, вообще очень суперская. Вот так вот поставлю, но надеюсь, не упадет. Такая баррикада. Большое тебе, Лёлечка, спасибо. Я считаю, что это очень нужная и полезная посылка. Не знаю, как вы, зрители, но мне очень все понравилось. Спасибо большое тебе, Лёлечка, и вам спасибо за просмотр. Сейчас я вблизи это покажу. Вот как и обещала. Показываю всю баррикаду вблизи. Уже, правда, на руке. Ну да, тут мой штатив. Штатив. Уберись из кадра. Вот такое замечательное богатство. Да, кстати, вот он немного котика. И духи, и мыло, и свечки. Вообще все такое нужное и полезное. Еще раз большое спасибо тебе, Лёлечка. И всем пока.